На 9 каналі продовжується інформаційний блок. Вітаю всіх, хто щойно долучився. В ефірі актуальне інтерв'ю. У лютому 2014 року розпочався процес протиправного відторгнення Кримської автономії та Севастополя від України. В кінці березня фактично цей процес завершився. Про хронологію анексії Криму будемо говорити сьогодні із гостем нашої студії, політичним оглядачем Юрієм Райхелем. Доброго вечора нашому гостю. Давайте повернемось на 6 років тому. З чого все починалося в Криму? Ну, все починалось з прямого російського вмішательства. Этот план был разработан достаточно давно. И впервые он еще был, была попытка еще в начале 90-х, когда так называемый президент Крыма попытался устроить определенный сепаратистский переворот. И тогда украинский спецназ в течение буквально нескольких часов положил конец подобного рода действиям. Но надо сказать, что принципиально международная обстановка и российская обстановка были принципиально другими. Потому что в Москве в эпоху Бориса Ельцина хоть и существовали какие-то планы относительно Крыма, но они все не распростирались дальше дипломатического какого-то культурного и финансового, возможно, давление на Украину, но не стоял вопрос о военном вмешательстве. А с приходом Путина, кардинальным изменением российской политики, и не только в отношении Крыма, и по многим направлениям, эти все планы, которые всегда разрабатываются, которые всегда есть, не значит, что они будут реализованы, но они всегда есть, они получили, как говорится, дальнейшее развитие, а после 2012-2013 года путевку в жизнь. Потому что уже в 2013 году в Москве очень серьезно забеспокоились насчет прозападного курса Украины. Казалось бы, президент Янукович, о чем можно было говорить. Тем не менее, они вполне отдавали себе отчет в том, что окончательный поворот Украины на Запад вполне возможен, и с этим надо считаться. И дальше существовало две развилки в московской политике. Либо прямая вооруженная агрессия, широкомасштабная на всей территории Украины. Такой план был, и это он был наполовину приведен в действие в начале 2014 года. И второй план – это аннексия Крыма. Тогда еще вопрос Донбасса не стоял. Вот вопрос Донбасса – это, ну, как бы сказать, экспромт Путина. А вот Крым – это не экспромт. Это тщательно подготовленная операция. И она происходила параллельно. Появление зеленых человечков в Крыму происходило параллельно с концентрацией 200-тысячной российской группировки вдоль украинско-российской границы. Причем из Москвы раздавались совершенно конкретные угрозы. Неизвестно. Сейчас очень сложно сказать, насколько это было реализуемо. И был ли это московский блеф, что очень возможно. Угу. То есть эти все 200 тысяч – это не более чем такая кукольная партия, в основном психологического давления. То есть невозможно было определить, это реально, они двинутся на Украину, или это способ давления на нашу власть. Сейчас уже по прошествии времени все склоняются к мысли, что это был способ давления. Это давление, да. Но в тот момент, представляете себе ситуацию, украинскую ситуацию, полная дезорганизация власти, отсутствие армии, практически ничего нет.
И 20 тысяч российского войска, это кроме зеленых человечков. Ведь там же по договору о Черноморском флоте Россия имела право держать в Крыму группировку в 30 тысяч человек. Они держали теоретически 20 тысяч, а на самом деле их было гораздо больше. И украинская власть в 2010, 2011 и последующие годы, зная о том, что нарушается это соглашение, ничего не предприняла для того, чтобы как-то этому помешать. Угу. И это уверило Москву в том, так а что с ними разговаривать? Они не способны к сопротивлению, и этот план был приведен в действие. Референдум. Какую оценку можно дать референдуму? Мы с вами обсудили немножко де юре, де факто. Правовым он может считаться или не может? Юридически он ничтожен, потому что он был проведен в нарушении украинского законодательства в тот момент, когда юридически это была территория Украины. Поэтому ссылки, московские ссылки, что это вот народ Крыма, вообще непонятно, что такое народ Крыма, это все равно, что народ Воронежской области. Поэтому с юридической точки зрения это совершенно ничтожный референдум. Он не был подготовлен, он не был проведен по украинскому законодательству. И самое главное, в нарушении украинской конституции, потому что территориальные изменения нашей страны могут быть приняты не на локальном референдуме той или иной области, в данном случае Крыма, а всей Украины. Понятно, что если мы будем, даже в тот момент голосовала бы вся Украина, понятно, что каков был бы этот результат. Поэтому ссылки в юридическом смысле ничтожны, и поэтому эти результаты никто не признает в международном смысле. А вот смотрите, там была резолюция, в 2014 году ООН приняла резолюцию. Нет законной силы, сказали, у референдума. Сейчас это как-то влияет на, например, там, на возврат территории? Дело в том, что резолюция Генеральной Ассамблеи носит необязательный характер. Это соответствует уставу Организации Объединенных Наций. Обязательный характер носит решение Совета Безопасности. Потому что для реализации решения Совета Безопасности может быть применена вооруженная сила, так называемые войска ООН. Генеральная Ассамблея такими полномочиями не обладает. Поэтому это носит такой декларативный, в значительной степени декларативный характер и имеет значение пропагандистское и дипломатическое. Дальше вопрос упирается в то, что Россия, как член Совета Безопасности, срывает любые возможные резолюции по этому поводу, потому что она обладает правом вето. И в Организации Объединенных Наций какую-то обязывающую резолюцию в отношении Крыма принять невозможно. Это чисто юридическая сторона вопроса. Что касается фактической стороны вопроса, то мы должны ясно осознавать, что значительная часть населения Крыма на этом референдуме голосовала так, как она и голосовала. И это объективный фактор, на него можно закрывать глаза, но это реальность. И в этой реальности значительная вина украинской власти за 20 лет, сколько Крым в независимой Украине был, украинская власть ничего не сделала для того, чтобы Крым стал интегрирован в Украину, так же, как другие области нашей страны. Поэтому Крым стал той частью нашей страны, что дало возможность сыграть России так, как она сыграла в этом смысле. Ситуация на сейчас, как вы оцениваете? Она возможна к возврату, невозможна? Поставили точку на этом, в том числе и руководство сегодняшнее? Нет, Украина точку не поставила, и это правильно. Мы никогда не должны соглашаться с тем, что произошла аннексия нашей территории. Точно так же, как западные страны никогда не признавали аннексию стран Балтии. И поэтому, как только появилась возможность, они тут же признали восстановление независимости стран Балтии. И, кстати говоря, вот в Азербайджане
Там считается, вот нынешний Азербайджан, это они восстановили свою независимость, которую имели там в 18-19 годах. Тут вопрос в юридическом смысле мы должны ставить постоянно. Мы должны на всех международных уровнях и площадках, это задача украинской дипломатии, украинской власти, говорить о том, что аннексирована часть нашей территории. Что касается реальности, то, скорее всего, Москва будет делать попытку обменять реинтеграцию Донбасса в состав Украины в каком-то виде, сейчас неважно, как они это себе представляют и как мы это представляем, за отказ от Крыма как такового. На это категорически нельзя соглашаться. Реинтеграция Донбасса должна произойти без всяких условий и вообще никак не связанная с Крымом. Донбасс отдельно, Крым отдельно. И даже если произойдет там, в каком-то будущем реинтеграция Донбасса, вопрос Крыма не должен сниматься украинской дипломатии с повестки дня никогда. Экономическая ситуация сейчас там. Насколько вот все эти вопросы с водой, давать, не давать? Аннексирован и оккупирован Крым. Это часть нашей территории, и она оккупирована, то согласно международному праву, это все лежит на оккупирующей стране. Крым с нашей точки зрения оккупирован, его поддержание его жизнедеятельности лежит на России, как на стране-оккупанте. В этих условиях какой нам смысл поддавать туда воду? Пусть занимаются. И не надо поддаваться на российские уловки, которые начинают говорить, что с одной стороны крымчане, они никогда не захотят в Украину, а когда стоит вопрос о воде, так они вдруг начинают вспоминать, что это украинские граждане. Так вот, да, мы считаем их украинскими гражданами, но они находятся в оккупации, и вся ответственность за жизнедеятельность этого полуострова лежит на Российской Федерации. Пусть занимаются водой, пусть решают там все вопросы. Они не могут их решить. В этом же вся проблема. Там же вопрос не только воды. Там вопросы электроэнергии. Там еще много каких вопросов. Вот пусть решают. А если бы они могли их решить, то они бы решили и вообще бы не поднимали. И наоборот, говорили, вот мы все сделали, мы вот такие молодцы. Оно не получается. И тогда едут мне в какой-то газете российской, такой, не то, что такой шовинистической, а вроде бы такой солидной. И там был целая серия репортажей из Крыма. И последний репортаж относился именно к водной проблеме. И там все было расписано о том, как там крымская власть решает проблему воды, копают колодцы, там бурят воду и так далее и тому подобное. А последний абзац, то есть все было красиво и хорошо, а в последнем абзаце было написано, а Украина воду не подает, и почвы засаливаются, и вода в Армянске может быть использована из этих колодцев только для технических целей. И я не понимаю, автор пишет, я не понимаю, если там украинские граждане, то к чему этот водный геноцид? Вот это типичная российская политика. Она относится не только к Крыму. Это вообще российская политика во многих смыслах. И это она в значительной степени такая же на Донбассе, на оккупированной части Донбасса. Она вообще такая по отношению к соседям России, к Украине в частности. В Крыму просто это видно, вот в водной проблеме это видно наиболее выпукло. Ну и на сегодня шанс на возвращение, ваше мнение, он есть? В истории есть подобные примеры, когда территории возвращались? В истории есть такие проблемы. Французский Эльзас, Лотарингия, итальянские государства. Часть территории Италии отошла от Австрии. Я вам могу сказать, что, например, восточная в Бельгии три государственных языка. Французский, фламандский и немецкий. Потому что в восточной Бельгии
1% населения – это немцы. Это часть территории, которая была возвращена Бельгии после Первой мировой войны, а частично после Второй мировой войны, в свое время отторгнутая Германией. И часть территории современной Италии в Тироле – это тоже та территория, которая была возвращена Италии в свое время. То есть такие примеры есть. Их можно, они не столь многочисленны, но они есть. Но они требуют очень длительного времени. Франция ждала 48 лет, Бельгия еще больше. И завершение территориального устройства иногда затягивается на столетия. В этом смысле нам спешить некуда. Ну що, на сьогодні завершимо. Дякую вам за розмову. І сподіваюся, що ми будемо наступним гарним прикладом в історії, таким, як ви навели щойно в студію. Я ще раз дякую нашому гостю. Нагадаю, у студії був політичний оглядач Юрій Райхель. Говорили з ним про анексію Криму. Я дякую за увагу. Залишайтеся на 9-му каналі. До зустрічі.